дорогие друзья, у нас продолжает свою работу форум, молодежный форум Березовского района «Про жизнь». И сейчас у нас начинает работу панельная дискуссионная площадка. Она является уже традиционно некой точкой сборки, да, некой точкой формирования идей и упаковки их. Тут мы говорим о наших проектах, о том, как власть и общественники будут взаимодействовать, находить какие-то новые идеи, новые контакты, новые возможности для реализации. И у нас в студии сегодня глава Березовского района Владимир Иванович Фомин, Василий Валерьевич Сочилин, общественник, директор ООО «Туристско-транспортной корпорации «Спутник», город Нижневартовск». И, Владимир Иванович, вам слово. То, над чем работаете вы, оно первое. Смотрите, у нас система президентских грантов. Вот, как говорил, что Березовский район с муниципалитетов один из лидеров по их получению. Юлия Сергеевна, наверное, вам транслировала, сколько рассказывали? Коротко рассказывали. То есть мы очень активны в этом направлении. С текущего года консолидировались гранты нашего правительства под именем гранд-губернатора Ханты-Мансийского округа. У нас остались гранты еще в других сферах. В сферах департамента общественной связи, в сфере туризма, рыбодобычи и рыбопереработки. Вот, то есть это государственная поддержка. У нас, пожалуйста, мы открыты, открыта власть. Магический Владислав Петрович здесь. Вот, можете у него что-то спросить, далеко ушел. Председатель Думы Березовского района. Березовский район из своего бюджета поддерживает, в том числе мы работаем, у нас есть нормативная база в отношении грантовых коллег. Муниципальное образование. Тамара Александровна Грудос свое мнение высказывала, как она, что она ожидает от сегодняшнего дня, что она ожидает в будущем. Павел Аркеев, Павел Владимирович, даже обсуждать не стоит. То есть я выхожу на уровень глав поселения. Повторюсь, очень успешный, на мой взгляд, опыт, успешный по динамике, это 6 лет назад, Чекмазов, Вадим Чекмазов предложил проект, ну, собственно, его докладывал на молодежном форуме по сравнению. Год необходимо было, чтобы этот проект вошел в жизнь. Он заработал, сам Павел знает, у него это спортивный зал с тренажерами. Очень хорошая, интересная тема. Говорить могу долго, остановлюсь, задержусь. Вот. Хочу, чтобы на следующий год, пытаюсь вас взбодрить, на следующий год вы встретились, или часть из вас встретились с теми успешными ребятами, которые за год вдохнули в жизнь в те идеи, которые вы обсуждаете эти дни в Угриме. Спасибо. К нам присоединился Владислав Соколов, это начальник отдела развития Соленкова. Вот. Но предлагаем у нас Василий Валерьевич вам слово. Коротко поделитесь своими впечатлениями, если там был микрофон. Да. Можно микрофон, да, так будет удобнее. Это не вопрос. Всем здравствуйте. Очень приятно провожу время на форуме. Я первый раз на таком форуме, на котором прям вся атмосфера позволяет не только окунуться, получить обратную связь и отзыв от участников форума. И территория позволяет еще и посмотреть, и даже какой-то получить никакой, да, я написал в своем посте в ВК, что много полезного и очень много приятного. На самом деле, с благодарностью воспринимаю приглашение, спасибо, Иванович, Иванович, позвонил, я просил тебя два дня приехать, я говорю, ну вот, и очень приятно такое приглашение и время провождения. Что касается проектов, Владимир Иванович совершенно верно заметил, что я искренне считаю, и мы это отрабатываем с Сколково, что туризм не диверсифицирует экономику и выгоду.
ну, по понятным причинам бывает промышленный регион. Есть газ, есть нефть, туризму с этими видами деятельности двигаться. С другой стороны, я очень горжусь, что долго, ну и, собственно, всю свою жизнь работаю в туризме, всю свою сознательную, после армии сразу. И что-то в этом понимаю, потому что немного, но понимаю что-то. Так вот, есть немалимая статистика. Больше всего людей в мире трудоустроен в туризме. Туризм генерирует снежное общество, помогает ему развиваться. Поэтому искренне считаю, что в такой стране, как наша, и в частности в регионе Невра, туризм должен быть, занимать свое достойное место. К чему, собственно, мы и стремимся. Вместе с управлением по туризму, губернатором Владимиром Комаровым, все и поддерживаем на правительственном уровне. Поэтому считаю, что это ну, принципиальная задача. А что касается Бирюзовского района, так это на сегодняшний день в Сколково, я вам скажу, в нашем кластере туризма занимает первое место. Мы начали со статистики, мы начали с потенциала, изучили все, посмотрели на мою работу 20-летнюю, еще там наших прокатов фигурских. Огляделись, что называется, вокруг и поняли, что главное одной из, конечно, но вот я прям во главе с чередой, там, с несколькими точками притяжения, возможными потенциальными точками притяжения туристов правильных, ну, так называемых честных, да, которые рублем голосуют за приезд, не командировками, не бизнес-визитами, ну и так далее. Все, собственно, желанием поехать. Берёзовский район занимает лидирующую позицию. Ну, потому как у вас есть все, есть горы, реки, озера, природа, шикарные люди, очень доброжелательные. Есть соседство с такими субъектами, которые сейчас притягивают весь мир. Я говорю о Ямале, например, и мы обсуждали на нашей площадке, что нам пора уже перетягивать туристов с Ямала. Ямал скоро сделает свое дело для того, чтобы все за Оленью приехали. А тут Березовский район будет рядом. Есть у вас Коми, где находится потомок Пупанер, это объект ЮНЕСКО. И не надо никому рассказывать той части населения планеты, которая ездит по объектам ЮНЕСКО, не надо рассказывать, что такое плато Майкопунер. Мы начали думать, что с территории Березовского района это самый комфортный заезд для посещения. Мне лично интересно, когда сразу заходит речь, знаете, про деньги, про практику, про то, как мы это будем делать конкретно у нас здесь, в Гриме, Березово, в Сан-Пауле. Вот. И очень нравится, что здесь да, завязываются новые взаимоотношения, новые контакты. Это, ну, до свидания, это тоже успех. Вот. Владислав, вам слово. Владислав, у нас начальник отдела развития СОИНКО. Поделитесь своими впечатлениями от форума, зачем вы сюда приехали, собственно, что вы получили, что вы отдали. Спасибо, во-первых, за приглашение, да, на форум. Всем доброе утро. Продолжение темы туризма, может быть, как раз... Когда ты путешествуешь, самое классное, самое качественное впечатление от твоей поездки – это если ты знакомился с кем-то из местных жителей и, ну, поконтактировал с кем-то из любой области, куда бы ты ни поехал, там, в нашей стране или в другую страну. Когда ты с кем-то там познакомился, у тебя совершенно другое представление о стране, не туристический лоск, да? Я уже был в Березовском районе, в Березово год назад, и по своей службе я общался только с представителями коммерческих организаций. Когда я ехал, у меня был как-то там, может быть, у любого туриста, только теперь профессиональный турист по качеству командировки, был свой стереотип, что все, кто интересуется общественными проектами в Березовском районе, либо все представители коммерческой организации, это достаточно возрастные группы людей в Березовском районе. Собственно, это не проблема, потому что во всей стране большинство тех, кто является и стоит в руководстве коммерческими организациями, как правило, это люди за 45+, я не знаю. И сегодня, вот, и за вчера, и за позавчера, в процессе работы на форуме, я понял главную фишку этого форума в том, что здесь не просто молодежь, не просто студенческая молодежь, здесь молодежь уже более осознанная. Здесь те, кто уже, соответственно, вышел, так скажем, на практику жизни, на работу, начали искать себя и начали свой труд каким-то образом прикладывать на пользу этому региону, этому району. У вас другое отношение уже ко всему, вас не интересуют проблемы студенчества, там, зачеты, экзамены, там, да, если, несмотря на то, что здесь есть студенты, но все равно, значит, это суперосознанные студенты, которые находятся среди вас.
Я сам лично посещал многие форумы, но самые разнообразные. И основная проблема их, что студенчество, оно просто приезжает по фану, поконтактировать, познакомиться. Многие из вас это тоже здесь получили, но это не ваша самоцель. Мне очень нравится, информирует то, что вчера с дискотеки тоже многие приходили, там, помогали своим командам работать над проектами, и вообще просто на протяжении всех этих двух дней я вижу тот заряд, который есть. Наверное, во всех командах, общаясь с модераторами, просто видите, как у вас проходит работа, поэтому вы настолько заинтересованы в этих проектах, в их реализации, и в этом отличие от других форумов, именно этого форума, казалось бы, да, почему вот остальные форумы это не видели. Понятно, там какие задачи. И после тех форумов молодежь, когда приезжает, что бы она там ни придумала, какие бы она проекты ни нашла, ни придумала, ни проработала, как правило, практически ничего не реализуется. Вообще. Я уже говорил кому-то, что после форума, там, допустим, утром у меня был написан там свой проект, я был студентом, там выиграл какое-то призовое место, даже мне деньги дали на это, и мне потом звонили через полгода, спасибо. Ну что? Я говорю, ничего, у меня зачет, или за это вообще я как-то для своей жизни, я вернулся в город, все, мне нужно, у меня принесла другая жизнь, я проект классно, все, вы меня попросили написать, как я написал. По сути, все студенты получают на таких форумах какие-то призовые места за идею. А вы здесь не получите, не знаю, призовых мест, не знаю, как это будет, но вы получите самое классное, самое главное, это знание, идею и единомышленников во всем районе. Я сейчас сижу по своей группе, получается, вот тот проект, который мы вчера ждали, там, как очень долгого и тяжелого ребенка, но он сродился, наверное. Вот, надеюсь, будет классно всем еще представить его. Если такие же проекты в других группах, это очень круто. Вот я сижу и слушаю, вот то, что получается, со многими некоммерческими организациями, с опытами не получается, когда ты с ними сидишь и просто часами работаешь на проекте. Может быть вот это. Тут ничего придумывать не надо, проект готов, просто если... И там, насколько мы общались там, с администрацией, она частично там готова в этом проекте даже участвовать, поддерживать там уже каким-то образом даже финансово, если это будет классно и будет интересно, проработано уже, да, то есть хорошая идея. По сути, и этот проект, если он не найдет здесь, да, там поддержки, не получится там, да, каким-то образом. Но федеральный конкурс – это очень хорошая, очень готовая идея, заявка, как осталось проработать. Таких заявок от региона практически нет, и на территории страны это будет очень интересная заявка, допустим. Но тоже президентский грант. Запросто. И это все родилось здесь, за два дня, на ваших глазах, и сами это сделали. И это все реально, все в ваших силах. И, наверное, я еще уезжаю отсюда с тремя запросами, как минимум, на регистрацию юридического лица в качестве некоммерческих организаций. Причем это люди не просто как к нам приходят, как я уже говорил, на какой-то лекции, он приходит, я зарегистрировал НКО, сидит взрослый человек, 45-50 лет, и сидит на нас и смотрит, говорит, что дальше? Мы не говорим, зачем ты это сделал? Ты вообще что хотел? То есть, ты вообще понимаешь, что ты сделал сейчас? Вот. А тут, наоборот, запрос пришел сам, он у вас сформировался, и вот эти так три запроса мы будем с ними отрабатывать. Мы тоже всегда открыты консультациям, и так как вы молодежь, то и я тоже молодежь, соцсети, мессенджеры, пожалуйста, обращайтесь, будем придумывать и искать выходы из проблем, либо искать решения ваших идей. В общем, это круто, что я здесь оказался, и у меня теперь впечатления без остановления совершенно другие. Тематика нашей дискуссионной площадки – это интеграция сейчас проектов и программ органов власти. И вот эта тематика, да, на грани взаимодействия программ органов власти и тех проектов, которые мы делаем сегодня и ожидаем по трем направлениям. Это, еще раз я напомню, это экономическое направление, это инфраструктурное направление, и это группа, так называемая СОВ, спорт, образование, культура. И основной тезис вот у нас как раз таки связан, что власть сегодня, она закрывает большую часть тех необходимых сфер, да, сфер развития, сфер жизни, она закрывает своим проектом, программой. Что нужно сделать общественникам, да, чтобы усилить эти позиции, вот как это взаимодействие должно налаживаться более экономично? Вот смотрите, если взять в тематике коммуникации, то есть вот он есть форум, да, если я правильно Сергеевич понял, а объять обширнейший спектр социальный, экономический, инфраструктурный, это сейчас физически невозможно, просто это займет много времени. Вот, очень важный вопрос коммуникационный. Вот давайте все-таки не забывать, что традиционно
ну, хотя бы минимально об этом помнить. Быть благодарным, что традиционно молодая гвардия Единой России занимается этим форумом. Это первое. Следующее. Есть общественно-политическая организация, это местное отделение партии «Единая Россия». Татьяна, руководитель исполкома, понятный человек, могу ошибаться, но, по-моему, лет 7, как 8. Известный человек в Березовском районе. Есть Михаил Сергеевич, это руководитель отдела администрации по информационной политике, связи с общественностью. У нас медиа-центр Эдуард Борисович. Ему интересна дискуссия панельная, где он? Где-то здесь. Где-то здесь, тоже фантом. Ну, как раз мы думаем, это предложение от медиа, Стас Александров здесь, предложение от медиа-центра, чтобы сделать отдел, ну, как минимум начать с одного человека, который будет осуществлять коммуникации вот в этом направлении. Ресурсный центр. Да, ресурсный центр. То есть даже вот в текущем времени его сейчас нет. Заверяю вас, что обратная связь с каждым из участников форума, либо вы объединитесь в какой-то теме свои усилия, то есть она не будет нарушена. Востребованность для органов власти, она есть. То есть есть спрос, мы ожидаем предложения. Василий, можно тоже от вас услышать все-таки продолжение именно нашей темы форума, да, то есть проекты и взаимодействие с властью, общественниками? На самом деле нужно обратить внимание общественникам на мой взгляд, на какие-то мировые тренды, на движения, которые можно привлечь. У вас есть много потенциала и этнографического в том числе. Вот, в частности, одна из фишек, которую мы предлагаем, я буду раскрывать тайны перед презентацией, мы предлагаем всемирное и всероссийское движение. Всемирное движение – это Iron Man, всероссийское движение – это гонка героев. У нас родилась идея гонки героев этностайл Березовский район. На минуточку, если вы загуглите, вы увидите миллионы людей по всему миру, живущих в стиле Iron Man. Это сейчас тренд. Это люди с супер какими-то непонятными усилиями работают над собой. Мне пока это не очень понятно. Я к этому пытаюсь стремиться. По крайней мере, к золотому значку ГТО я стремлюсь. Меня опередит, поэтому сейчас догоняюсь. Люди, это движение имеет свою одежду, свое питание, свои нормы жизни, образ жизни. И этим движением увлечены сотни тысяч людей в России, возглавляет это движение в России. Гонку героев представляет Софья Шойгу, дочка Сергея Кужкевича. В мире насчитывают миллионы людей, но я это ставил еще пока в этом не видел, а это фишка. И причем для этого рода занятия ничего не надо придумывать, никакой инфраструктуры. Надо просто создать грамотную трассу спорт и любители. Я скажу, что даже у нас в тематическом округе в Югре очень много участников гонки героев. И вчера с одним мы в режиме онлайн консультировались. Это начальник управления спорта города Нижневартовска Федорус Александр Владимирович. Он нас проконсультировал там, по позициям определенным, и мы как-то ну, приняли на вооружение. Я считаю, и вчера, уже вот, проехавшись по реке, занимаясь осмотром туристических мест, мы даже обсудили вот, с Юрием, он здесь присутствует, ваш предприниматель, да, промышленник, мы даже обсудили и наметили места, когда Люлюкаров, я сейчас не ошибаюсь, Люлюкаров, да? Тире-Канары. Да, кстати, вот эти Валерьевич, он уже креативит, его нужно выяснить. Собственно, я для себя отметил 12 километров. Это примерно спортивная дистанция этого норматива, наверное. Половина, где-то 6 километров, это любительская дистанция. Красота неописуемая. Ландшафт то, что нужно. Осталось чуть-чуть доработать. И, собственно, выйти на Шойгу, предложить
есть понятный сайт, записать, предложить, все там вот прям делается элементарно. Нужно, наверное, НКО, который из этого возьмется. Давайте вопрос-ответ, пообщаемся, поговорим и да. По вопросу Владиславу, я с группы СОК, я представитель общества инвалидов поселка Игрим. И у меня такой вопрос, я смотрю, у нас тут все на этом форуме связано с туризмом, как-то вот развитие вот этой нации, да, как говорится, то, что внутри вот всего вот это все, что связано с ХМАО. А будут ли, допустим, актуальна ли у нас сейчас на сегодняшний момент какая-нибудь арт-терапия для людей с ограниченными возможностями 45+, там, допустим, ну вот что-то такое. Целевая аудитория может быть и 3-2 человека. Если вы грамотно пишете всю свою идею, свой проект, почему 2-3 человека – это уже много, это уже 3 жизни. То есть и они могут быть качественно лучше вашим проектом. И можно, если вы имеете в виду писать какие-то там заявки на причину финансирования в том числе, без проблем. Бывали проекты, которые выделили 3-5 миллионов для помощи по факту 3 людям. Но если вы в своем проекте закладываете какие-то материально-технические ресурсы, которые вы купите, допустим, да, приобретете и вы проведете цикл мероприятий в рамках одного проекта, это оборудование останется навсегда. И вы это можете делать постоянно, систематически и снимите определенную боль. Ну, допустим, в этом поселке можете еще по всему району, там, допустим, с этим курсировать, то есть не знаю детали. Цена проекта будет, ну, то есть цены такого проекта не будет. Есть пример в Кадалыме, когда для небольшой группы из 10 людей с ОВЗ закупили очень дорогостоящее, сложное оборудование. И выиграли 2 президентских гранта, каждый по 1,5 миллиона. Ну, наверное, уже все многие из вас слышали там по парадайме. Подружение, там, один из самых крупных регионов в СНГ. И там есть Кадалымская федерация инвалидного спорта. Люди с ограниченными возможностями здоровья, которые интересуются спортом и хотят этим заниматься. Они, ну, представляете, что такое оборудование для дайвинга вообще, а это парадайвинг, то есть для СЛЗ. Это очень дорогостоящее, очень специфическое оборудование. Все было очень хорошо, грамотно написано. То есть то, как вы работали в группах, наверное, понимаете, как сложно написать проект, я бы снимался. Это все-таки, если мы говорим про грант, это государственное средство, нужно очень четко понять, показать экспертам, которые живут совершенно в разных регионах России, будут смотреть вашу заявку, например, если мы говорим про президентский, про губернаторский грант также. Доказать просто и показать, объяснять, что вы сможете с этими деньгами сделать, какой эффект вы для своего района сделаете, и не надо бояться слов президентский грант и то, что у нас всего трое. Не страшно, все работает. И наоборот, всегда интересный проект, если небольшие территории с локальными личностями, с какими-то маленькими проблемами, остро-социальными в том числе.